Всегда безлимитно, в прямом эфире легко общайся. Всегда безлимитно. Выражайте свои чувства самым быстрым безлимитом. На тарифах включайся. Мегафон начинается с тебя. Вчерашним дне в первой игре тоже не очень показывали. Хорошо ворвался Лунчик, моментальный минус Виверна, и это огромное преимущество сейчас для команды Виртуспро в этой драке. Паша юлит себя, а ну и смотрим, Рамзес все еще живой, Паша отбегает, отлично уровень себя сбросил, Барак попытается добить сейчас Альянса, но они очень-очень биты, и Лунчик возвращается в драку, Лунчик делает тост, как больно здесь Альянса, минус 4, что вы делаете? Ну да, тут конечно, Койко тоже никуда не убежит, Лунчик просто всех убил. Тамба, смотрим, вот она Тамба, пошла в рошпит, тайга, проблема у него, Паша ворвался, есть юл Паша, боже, как классно все исполняет Паша, он просто чейнстанит Бруту, который ничего не может сделать в драке, Рамзес отжирается, без шансов для Альянса, простите, пожалуйста. В лоб вы не заинициируете? А вот так вот. Так, сбили линку, захексили. На этот раз маленький барашек. А ну, барак тоже маленький. Спину. Так, Юниверс успеет ультануть, конечно же, от БКБ. Цепанули Рамзеса, пока его контролят. Рамзес, очень больно. Рамзес наваливает, успел свапнуться с Ямаром. Тут же Грейв на Рамзеса фактически фуловал, но это не важно. Роджер убегает от Резоля. Резоль полностью переключается на Роджера. Хочет все-таки его добить, не добивает, добивает соло. Рамзес наваливает дальше. Сбили опять линку. Как же подала, крити больно он делает. И Паша тут крутится. Но Резоль живет. Пока размен 1-1. Пошел катаклизм. Заюлил себя. МСС живет. Рамзес сделал даблкил, но погибает у нас МСС. Остается тут у нас по факту один резолюшн. Он еще пытается уйти с доппельгангера, но добьет его здесь Роджер или Паша. Паша тоже убивает. Байбек есть. Явар отправляется вслед за четырьмя своими тиммейтами. И один Ромка резолюшн в защите. Вот темпес дабл там, по-моему, отдал. Резоль. РП, варды. Хорошо, очень быстро проседает. И в хиксе, скорее всего, сейчас умрет на соло. Да, не будет, по крайней мере, подхила. Но как-то тут так. Минус Явар. Да, и Резоля тоже убили. Яйцо стоит, его бить никто не будет. МСС взорвало в лесу. Крип его видит. Рамзес подбегает к МСС. МСС блинкаут успел сделать. СВИДЖИ погибает. Лютый дэмэдж Рамзеса. МСС захексили Рамзес. Соло Сэмпшин. МСС сейчас умрет. Да, МСС просто сгорел. Там же РП делает. Надо свапнуть с ХП. С Резолем. Свапнулся. И Резоль. Бежать! БКБ вырубает, а последний ХП. Засейвил МСС, птичку там зашейклил, и в итоге за счет этого смог выжить. Ай-яй-яй, Юниверс промахивается с Кьюером, там Роджер отрезал, просто всех поставил. Без байбека опять. Тайскую стену, и Явр без байбека 52 секунды будет сейчас сидеть в таверне. Держит Террорблейда. Да ему плевать, у него еще Эгис, он до конца может драться под троном, под фонтаном и забивать людей. Тоже без байбека 60 секунд, бараки тем временем упали. Ну и Нуан отбегает. Ты знаешь, Нуан классно сыграл на визаже. Вот реально классно сыграл. Рамзес пошел, БКБ, МСС, ничего не может сделать. Трипл килл Рамзес, Резоль просто под фонтаном это спрятался. Ни разу не разбили Супернову в этой игре. Паша вообще хоть раз умер? Да. Он же на топе умирал, когда Магнус его убил. Рамзеса. Вот так! Ой, какой глубокий. Туда шейкера надо, шейкер далеко не успевает. Паша только накаркали. Ну, надо понимать все-таки, что у тебя раньше 1400 плюс, но шейкер куда не достанет. Явара поймали! Роджер улетает. И так пойдет. Ну и Явара выкупится, конечно, но толку с этого довольно мало, потому что наваливает Рамзес своему другу Роману. Наваливает по Явару. Явар последний остается в живых. Его тоже добивает здесь. Пейдж от Рамзеса, и Virtus.pro выходят с первого места из этой группы.